Заболеваемость COVID-19 снижается в Тюменской области на протяжении последних 15 недель. Так, в начале мая в среднем в сутки выявляли от 35 до 50 случаев. А уже к концу месяца этот показатель снизился до 19 новых инфицированных. Показатель заболеваемости за прошедшую неделю составил 7,5 на 100 тысяч населения. Это в 2,5 раза ниже, чем в среднем по России. Тяжелая форма коронавируса наблюдается только у 2,5% заболевших. Охват населения тестированием на COVID-19 за последнюю неделю почти 200 проб на 100 тысяч населения, что значительно выше норматива. По этому показателю Тюменская область занимает 5-е место в России.